Вот на верхней доле легкого новообразования 11 миллиметров, которое не выявлялось ни на рентгене, ни на флюорографии. Почти случайно, исключая осложнение после перенесенного бронхита, врачи обнаружили у Тамары небольшую опухоль. Она не приносила неудобств, возможно, долго еще не была бы замечена. Однако было подозрение, что опухоль злокачественная. Ну, конечно, переживала очень сильно, и взгляды на жизнь, конечно, поменялись. Когда идешь и не знаешь, что с тобой будет, и сами знаете, что когда выявляет онкологическое заболевание, то человек морально и вообще переносит большой стресс. Операцию решила делать в Санкт-Петербурге в конце ноября 2018-го. Вот это меня оперировал Алексей Александрович Печуров. Там во второй городской многопрофильной подобные опухоли удаляют с помощью высокотехнологичного оборудования. Операция эндоскопическая. Грубо говоря, пациенту делают всего два небольших прокола. Это колоссальное отличие от полостной операции, которую проводят в Белгороде. Я очень благодарна фонду поколения и Андрею Владимировичу Скотчу за то, что он мне оказал материальную помощь, потому что для меня это очень большое значение имеет. Я оплатила расходные материалы, шовный материал вот этот эндоскопический. Опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас Тамара уже вышла на работу, живет полноценной жизнью, строит планы на будущее.